Гагра, не театры, а горы. И вот эта знаменитая колоннада. Раннее утро, декабрь. Ажурная такая работа. Растительный орнамент. Колоннада в Гаграх. Великолепное произведение сталинского ампира. Классическая колоннада с ажурной вязью. Ой, какая работа. Набережная в Гаграх. Великолепные пальмы. Места, связанные с отдыхом наших партработников высоких. Курма, старое дерево. А там дали мандариновое дерево. Нет, ну что, вот смотри, самогонка есть, пшеница, на ржи. Пшеничка, пшеничка. На пшеничке, да, там пророчена пшеничка есть. Кто-то на ржи делает, кто-то на пшеничке, кто-то чистый вот. Сахар. Можешь сахар? Да я не пойду. Больше ничего не делаю. Сырокоптильная. В дворе. Здесь коптится мясо в таких коптильнях. Если сейчас солнце выглянет, они начнут. Это медовый двор пасеки. Памятник пчеле. Горы Абхазия. Ой, какие горы. 16 декабря, но здесь тепло. Банановое дерево.
канатная дорога, вернее, тарзанка. Тарзанка, да, далеко и бзык. 500 метров длина этой тарзанки. Удовольствие платное. Голубое озеро по удивительному цвету. Спускаться будем, а то пойдем.